за непослушный быть сильно наказан. Дермест! Главный я! Самый умный! Я! И очень красивый! На порядок! Фрау Марточка, meine Liebe. Марта, мы вам же. Я рыцарь фрау Лоб фон Цветер. Я всем объявлять войну. Больше никаких игрушек. Я найду новый замок и завоюю весь мир. Это ядро появилось, а? Опа! Ядерный запас пополнил. Вторая дюжина пошла. Не забудь туалет отремонтировать. Каждое утро.
посвящения. Вот, брат, в чем сила. Только бы техника не подводила. Что за бред дядин честью и совестью? Можно отбросить, если богатство плывет прямо в руки. Глупая роскошь, душевные муки, душевные муки, душевные муки. Глупая роскошь, душевные муки. Как же хорошо-то. Красота. Еле дождалась каникул. Обыкновенные яблоки. Глупость какая. Ну, спасибо вам. Благодарю. Может, примерещилось? Ой, ёжик. Какой миленький. Кушай на здоровье. Расти большой. Большой. Я большой. Девочка! Девочка! Карамелька моя! Куда ж ты не поевший? Я блинов напек! Вкусные! Со сметанкой! Как ты любишь! Папа! План такой! Я быстренько слетаю и тогда завтракаю! Вся в отца! Упрямо как! Я ненадолго! Ответа! Такая вот у нас всеслава летучая! Не каркай!
Ева, хватит уничтожать посевы. Приехали! Опять я в расчетах ошиблась! И ты расти большой. Очень приятно познакомиться. Алена. А что? В этот раз мягче села. Эффективный способ торможения. Еремка, ты там живой? Подай звуковой сигнал. Это Еремка. Ваше высочество, у вас не слишком экстремальные развлечения? Ленка! Я теперь Алена. Ой, придумает тоже. Алена. Покалечат, глазом не моргнут. Дай волю, все разнесут. Пожалуйста. Вам опять солдатиков или чего-нибудь посущественнее? Теперь мне нужен настоящий оружий. Много оружий. На такие средства много не приобрести. Мы благотворительностью не занимаемся. Как ты смеешь? Я благородный рыцарь. Даже открывайте мне кредит. Понял, нет? Нам что рыцарь, что басурманин, лишь бы платил исправно. Цены по каталогу. Ладно, бери ядро. Одно. Ну, проходи, племянница. Давненько ты нас не навещала. Давненько я вас не гостила. А как выросла, боже. Прям не знаю. Просто красавица. На кого-то она стала похожа. Где-то я такие глаза уже видел. Что ты, батюшка, показалось? Чуть-чуть. Ну, раз гости у нас, пойду пироги поставлю. Да, хорошо у вас. И все по-старому. Да, как всегда. Вот такой вот у нас Дормидонт, царь-батюшка. Все по хозяйству хлопочет. Дочку свою, царевну нашу, откармливает. Скоро она уже... Что скоро? Ну, скоро, говорю, ну, совсем расцветет. Вот, румяна, белобока. От женихов отбоя не будет. Некогда мне на женихов время тратить. Я тебя не сильно зашибла? А, ерунда. Пудры затонируют. В женихах не вижу то. Батюшка, позвольте в жены за пол царства взять. Одному важны лишь деньги, музыкантишка, другой, третий шут, четвертый.
траву-то будет, м? Траву косить заставляют. О, дела. Ой, и ты не изменилась. А может, лучше наряды свои новые покажешь? Какие еще наряды? У меня в руках конструкция винтолета, а ты наряды. Я все свои платья выкинула. Выкинула платья? Да ну, надуть меня хочешь. Надуть? А это идея! Точно! Надуем теплым дымом шар. Ленка, ты гений! Алена. Ой, а каникулы могут пройти зря. И что им всем тихо не сидится? О, Макаревич! Тут же музыка рождается. Ну, Аленка! При денежках живет счастливо тот, кто добра казенного недонедавно крадет. Хранить покой отечества, конечно, нужно, но счастье воеводина в другом заключено. Кто свои воды свяжется, не пойман и не врет. Не тот вор, кто ворует все, а тот, кто попадет. И просим за хранение имущества страны. Положен мне по чину, и не вижу в том вины. Положен мне по чину, и не вижу в том вины. Что на огорода? Дело твоего, да? Сажать картофель прямо в ящике? Я хотел проверять этот агроном. Доча! Пряник мой лакомый! Всеславушка! Папочка, я зачем к вам голосовую трубу протянула? Говорите в нее! В трубку! Доча! Что ты опять затеяла? Весь дым в кухню идет! Зачем же так орать? Подождите немного! Эх, шар маловат. Меня не поднимет. Если только тебя. Или боишься? Я? Я боюсь только любовь настоящую так и не встретить. Ой! Улетит, чувствую, царевна-то наша когда-нибудь из отеческого-то гнезда. Тормоз-то где? Так это же Аленка, господи! Аленушка! Я лечу. Ой, вся земля как на блюдечке. Аж дух захватывает. А там точно не доча? Я лечу! Люди! Я лечу! Куда ты слезай? Ай! Ой, железка отвалилась. Я погибать в этот огород? А если с неба бросать бомба? Тогда получается страшный оружий. Я победитель! Ой, еще железочка. Я победить весь мир. Mm-hmm.
Интересная такая страна. Дорога совсем у них паршивая. Только по небу можно перемещаться. Девушка? Какой хороший. Ну-ка, я еще хочу посмотреть. Ой, красота. Счастье-то привалило. Опять Еремка. Другой крыши в деревне нет? Аленка, дай сосредоточиться. Не кипятись, Еремушка. Остынь, пар выпусти. Царь! Ты сам улетишь. Пар? Кипятить? А, это идея. Кипятить воду, а паром крутить колеса! А зачем на мой стул сел? Я должен сидеть на этот стул рядом. Ай-яй-яй-яй! Саша! Чтоб ты косил на свой один глаз! Больно. А теперь послушай, что я тебе скажу. Каждый звездочет должен быть ближе к чему? К звездам. А какая звезда самая великая? И какая звезда самая великая? А? Вы, наш господин, великий Шах-Рахман. А, знаешь, я так и думал. Только вот загрустила ваша звезда. Ничего ее не радует. Вы меня удивляете. Честное слово. У вас столько богатства. У вас столько богатства. И роскошный дворец. И сад с экзотическими растениями. Да. А фонтаны какие? Я покажу. Голубой фонтан с чистой водой есть. Белый фонтан с молоком верблюдицы есть. Даже черный фонтан с горючей кровь дракона тоже есть. Ну, еще драгоценности. Еще ковры. Большой. Все как на подбор. Хорошо, возьмем гарем. Ваша господина имеет 365 жен. Каждый день по красавице. Последний день года что буду делать, а? Что? Сейчас приду. Год сейчас
високосный. В нем дней 366. Ай-я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 й. Какие мы темные. Очень темные. Ой, какой темный. Бестолковый башка носим на свой плечи. Я пошел туда-сюда пройдусь. А вы думайте, думайте, как исправить это досадное недоразумение. При царском приправлении, чтобы не произошло, проблема воеводина уладит, если что. Зато на царской кухне всегда готовы щи, и день-деньской царь лично дежурит у печи. Пора уже на кухню и трон перетащить. Па! Где самовар? О! Доча, прекращай свои испытания. О! Сколько можно отца нервировать? На этот раз все по плану. Куда? Ну, самовар мой. Мы по земле поедем. Еще одной аварии мое родительское сердце не выдержит. Пожалей отца. Золотой монет. Хорошо. Воевода продавать оружие царя. Это не очень хорошо. Я теперь иметь в руках компромат на воевода. Это хорошо. Женское тело. Ой. Уголька бы еще. А на востоке, говорят, есть черная вода. Кровь дракона. Так она лучше дров и угля горит. Вот бы мне ее добыть. Да ну, глупость какая. Черная вода. Вот по этой на востоке. Ну-ка, залезь в кабину. Как сигнал подам, дернешь за рычаг. Только больше не трогай ничего. Это тебе не пудра с помадой. Да ладно, ладно. Ой, ух ты, поди ж ты, какие кнопочки. Ой, ходи, поехали. Ой-ой-ой, куда? Я руль еще не приладила. А зачем нам сворачивать? Кирилл, ты прямо? Точно! В мире полном радости и счастья. Навсегда починено. На этот машин надо ставить маньбушка. Я хотеть получать чертеж. Это страшный машин. Стук сердец лишь слышится. Будет вам 366-я! Ну, циклоп! Давай собирайся в дорогу! Ни в тоске, ни в радости нигде. Все несчастья подождают смерть. Сворачивай! Сворачивай! Это частная собственность! Ой, и зря ты, Ерёма, аппарат-то сломал. Я сломал. Их высочество над ним долго трудились. Ну, хороша. Да, хороша. Заметил, наконец. И правда хороша. Алёнушка. Ты зачем аппарат сломал, Ерёма? Так,
Так. Настроим магическую оптику на объект. Вот она. Теперь направляем чары на высокопоставленное лицо. Вот оно. Пусть пригрезится вам эта красавица. А утром кого пошлют за ней? Правильно. Циклопа пошлют в дремучие леса. Не? Напишу-ка я этой Аленке песню. Все в ней и выскажу. Луч солнца золотого. Не, вроде это уже было. Миллион, миллион, миллион алых роз. Нет, да. Алых роз. Повторяюсь. А если так? И днем, и ночью лишь она передо мной. Надо еще подумать. Словно чудо это песня нас соединила вместе. О, давно не виделись. Вот. О, видал? Миндал. Этот документ все говорит о твой воровство. Ты вор! А я, как воевода, может быть, проводил перевооружение, продавал старое оружие, чтобы новое купить. Вот. На оборонять страну от таких, как вы! Ты этот оружие Майнхерт сначала украл, а потом продал. А деньги положил в свой карман. Широкий. Надо разбросать. Ой, ты ж... Тише! Тише, тише! Ага. Я и вас снабжал, между прочим. Теперь ты слушай меня. Я будет молчать, если ты будет давать мне чертеж тот аппарат, что стоять в сарае. Чертеж? И менять документ на чертеж в Эрштензи. Прости, Уздоча, но лучше ты пару дней в своей комнате посидишь от греха подальше. Под замком, да без еды. Быстро выкинь из головы все свои изобретения. Подумаешь, тятя ваш Дормидонт напугал. Ой. А у нас на ужин яблочки. Угощайся. Представляешь, мне говорили, они волшебные. Глупости это. Сказки. Нас все за маленьких считают, прикинь. Вот именно. Они думают, что изобретение это игрушки. А может, мое счастье в этих железках. Всеславушка, а где же мое-то счастье? Любит, не любит. Вот незадача. Ждет ли Алену где-то удача? От женихов, чтоб не стало отбоя, где прекрасный собою. На
только ты. Эх, сложилась песня для Алёнушки. Meine Liebe. Я получаю эти чертежи из страшных машин. А потом развязать большую войну. Эх, расстроится доча. Но зато жива будет. Без ссадин до синяков. Все чертежи в печку, в печку. Вот это хорошо. Эй! Ну-ка, вставайте в сарай и разбирайте аппарат царевны на части. Только тихо. Да, ну. Сгорели мои денежки. Все, утрачены чертежи. Нет чертежей? Так давай мне аппарат за компромат. Ты чё? Ой, ты чё? Тоже парад самой царевны. Царевин? Царский дочка? Да. О, это совсем хорошо. Это фантастика. Я хотел жениться на царской дочке и получать этот аппарат. Или я сядет на трон? Или ты сядет в тюрьма? Понял, нет? Гнида какая. Музыкой наполнив сердце, пробуждает нас любовь, и с любимой расставаясь, мы находим ее вновь. Для нее все песни наши, и о ней одной мечты. Я спешу к тебе, Алена, в моих мыслях только ты. Словно чудо ненадолго. Прогуляюсь, пойду. Пройдусь немного. Угу. Ну и где же ее окно? О! Как это? Почему он к царевне-то полез? Ну, теперь понятно его музыкальные пристрастия. Ну, конечно, у нее же приданое. Ерема, тебе чего? Адресом ошибся. Ваше высочество. Ну? Всеслава Дормидонтовна, я просто хотел... О, яблочек отпробовать. Мытые? Вот так, да. Они еще и яблоки мои вместе будут кушать. А царевна-то мне одни железки по сердцу. Ерема хорош, спелись. Ну и люби, Ерема, балалайшник, свою царевну-конструкторшу. Вкусные? Видно, сильно парня долбануло моей машиной. Завтра приходи, компенсируем тебе убытки. Ваше высочество. Там ее высочество. Ее высочество?
Эх, царевна, царевна моя! Эх, царевна, царевна моя! Как фонограмму заела. Эх, царевна, царевна моя! Что-то с парнем не то. Ой, ё-моё высочество, царевна моя! Эх, царевна, высочество моё! Покорять весь мир. Псих. Сочинил. О, Аленка, песня моя неспетая. О, царевна, царевна моя. О, какой красавец. Счастье мое, номер 360-й. Есть. Обними свой шах. Мой самый новый. А! Слуги мои! Все сюда! Где вы все? Избите, что ли, а? Мы на страже! Мне срочно нужно! Правильно! Вам очень нужно! Красавица! Необыкновенная! Да, точно! Откуда знаешь? Все по звездам. Все происходит то, что все это по звездам. Он сказано. Эти маленькие бриллианты на вашем великих сах небосводе, они даже знают, где искать этот красавица. И где? Там. Дремучие места, правда? Да. По улицам Медведь ходит. Это на циклопу адреса напиши. Он сегодня же за ней и едет. Шах повелевает. Индекс описательный? Да. Надо. Не надо. Звездочета брать с собой? Для верности. Так, будет правильно. А может, правда мы съездить? Хотя, конечно, звезды... Кстати, замечу, если без красавицы вернетесь, я такую казнь знаю. Слушаемся, ваше шахское величество. Пошли командировочные получать. Мы ехать будем или улыбаться? Поехали. Далеко ехать, длинный верблюд нужно. Вот такой должен быть. Ой! Куда побежал? Стой, стой! Стой, стой, не меня подожди! Стой, сказать! Жди меня! Стой! Ой!
Ладони. Я, фройн Лоб фон Светтер, жениться на царский трон. Meine liebe Frau Marta, я имею вам предлагать свой дворец, который завтра царский трон я получать. Пусть царевин женщин грозен, я сумею их подчинить. Евросинья, пошевеливайся! Кулебяку давай неси! Простоквашу, тирунки, рыбки! Рыбки прихвати! Вот такое вот у нас меню на завтрак обычно. А что это? Вот это все? Ну? Кутнюрка. Воевода, какая у нас вокруг политическая обстановка, можно сказать? Обычная. Наши границы на замке. Иди ты. Слева Цветер. А справа шах. И это восточная деспотия. Ох, не знаю, Гордей, какая на востоке деспотия. Компотик подать. А вот приправы у них хорошие. Да, да, да. До чури моей всеславушки полезные. Да. Девка в самом пряном виде. Красавица. Поспела, как кулебяк с начинкой. Согласен, говорю, это... Тут любитель один нашелся на вашу кулебяку румяную. Да, обещал к завтраку подъехать. Да. На что споем? Запивай. Служить бы рад, прислуживаться тоже. Не за спасибо, деньги мне дороже. За них готов я красть, казнить и грабить. Хвалить того, кто будет нами править. Мы слуги, мы основа каждой земли. Ну, жених. Что это за подгузник здесь у нас? Так, хорошо. Какой трогательный забор, да? А ну, пошел! Фон Светтер, да? Царевна, царевна моя. Моя любовь.
Что же вчера с Еремой произошло? Он как заколдованный. Яблочки? А ну-ка. Так. Да ну, глупость какая. Неужели и вправду волшебные? Получается, я сама Ерему заколдовала. А если он на царевне жениться вздумает? А если... Так, спокойно. Сама заколдовала? Сама и расколдую. Просто дам ему другое яблоко и верну его в чувство. Алена, царевне скажи. Царь зовет. К ней этот, жених приехал. Такой жених у нас, черти что, ну прям даже не знаю. А я знаю. Только счастье появилось на горизонте. Амнистия. Царь завтракать зовет. Здорово! Сейчас позавтракаем и будем воздушный шар запускать. Нет, не будем. Чей это? К тебе жених приехал. Кто? Допился до дурения. Надевайте ваш свадебный комбинезон, невеста. О, да, и чуть не забыл. Еще будет хорошо добавить к царевин часть государств. Соглашайтесь. И технический машин. Придачу, я воль? С этого бы и начинал шантажист. Ну, благородный рыцарь, говорю тебе родительская ага. У тебя как с аппетитом? Гуд. Где я можно мыть руки и все такое дальше? Баттер клозет. Смотри, что значит благородный. Проводи гостя в уборную. О, уже выгнали жениха-то. Может, как-то сразу характерами-то и не сошлись. Гость уже. Постойте. Иди. Так не Ерема наш местный сватается, а этот импортный. Счастье-то какое! А вон и балалайка Еремушкин. Аленка, чего? Пойди сюда. Деньги отдавай. После свадьбы. А вот и ваши апартаменты. О, что за запах? Побежали. Где девушки? Опять оружие кончилось, да? Эй, да, постоянным покупателям скидка. А на красавец эта скидка распространяется, а? Ой, как тебе повезло сегодня, уважаемый ты мой, этот, воевода, а? Очень выгодные сделки предлагаем. Мы тебе, смотри, много деньги. А ты нам совсем ерунда. Один девушка. Девушку? Если вы про царевну Всеславу, так ее уже... Что? Царевна! Пустите, у меня очень важная свадьба! Уже собралась к рыцарю переезжать. Вот, счастливый ты, Всеславка. Ты что? План такой. Какой? Ты приставь к моему окну лестницу и подгони к забору машину. Запирают меня? Ладно. Сжигают чертежи? Пожалуйста. Хотят машину разломать? Хорошо. Но замуж... Это уже слишком! Начинается. Ну, ребята, договоримся. Как вы вовремя-то, ах? Нравится девушка? Какая она большая. Чем крупнее красавица, тем крупнее меня наградят. Догон ты еще раз и наградят. Согласен. Это точно не та. Но... Раз циклоп решил, берем эту. Так будет правильно. Mm-hmm. Правильно. Вот только царевну с утра рыцаря обещали. Mm.
Ну, думайте, думайте. Доставай командировочные. Ладно, оформим как похищение. Условно, конечно. Я ее уговорю. Иностранный, прогрессивный. Он машиной твоей интересовался. Здрасте. А вам чего? Что со мной было? А, царевна, Всеслава, Дармидон. В терем свататься. Эх, царевна, царевна моя! Муза моя певческая. Пустите! Meine Frau, я задохнуться в этой канализации. Дело говорят. Езжай к шаху. Ну, конечно, что тут думать-то? Кушать не кушать будешь. Да. Каждый день наряды менять будешь. Ой, девочка, ой, как же тебе повезло. Мы тебя к великому шаху везем. Во дворце жить будешь. Ой. Саша, что такое? Письми. Да. Да. Письми. Вот это да. Садись, малыш. Дайте я. Сама же говорила, что на Востоке ресурсы неосвоенные пропадают. Ну? Ну и осваивай. Да что на меня сегодня такой спрос-то? Подождите! Дайте подумать. Думай. Жарко там у них. Жарко? А зачем жарко? У шаха огромный сад есть. Ой. Три фонтана есть. С водой, с молоком. Ух ты. И даже с кровью дракон. Черный-черный. Кровь дракона? Да. Точно? А? Шах. Каждое утро в нее плохих слуг. Макай, макай. Поджигай. Ой, ой, хорошо горят. Красиво. Точно она. Своим глазом видел. Я? А? Согласна. Ой. Только... Что? Без своих аппаратов не поеду. Ради бога, бери аппараты, езжай быстрее. В смысле, они в дороге пригодятся. Где же царевна? Ее такое счастье ждет. Поторопись, доча! Поторопись же, доча! Иду я, иду! Давай скорее! Что же я с подругой-то делаю? Тоже мне пугало нашли. Ну как что? Судьбу ее устраиваю. Угу. Первый пошел? Ага. Прыгай! Будь счастлива, Всеславушка! Опа! Ой, красота! Чемодан, друзья, аккуратней. Так, ну, и теперь я. Прыгай. Я буду мстить за этот унижение! Так, царевну пристроили. Теперь за Ерему. Ага. Еремушка, может, яблочко съешь? Подожди. Вкусное? Не до фруктов сейчас. Доченька! Украли нашу царевну. Похитили. Украли царевну! Похитили! А? Вот такое вот у нас горе. Воевода, чего? Бери меч в руки и за царевной! Да староват я. Вот, Ерема вполне призывного возраста. Зачем Ерема? Эй, малой, спасай цареву дочь. Я вижу, что я что-то не вовремя... А ты еще? А? Жених малохольный. Давай в погоню.
кто царевну вернет, тот и женится на ней. Ерема, вот, балалайка твоя. За инструмент спасибо. Но только яблочко съешь. А яблоки после победы будем есть. Эй, стой, куда? Так, Аленка, соберись. Мужчина. Ерема ускакал за царевной, а я осталась здесь. И что теперь делать? Я ехать не могу. Я не имею оружия, не имею лошадь. Лошадь? Ради любви? Болею. Теперь бы еще с ногами разобраться. Куда, Аленушка? Ой, вот такая вот у нас теперь лошадь появилась. Хороша кобылка. И где-то я ее глаза видел. Поезжай, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не возвращайся! Мы преданы, скромны и незаметны. В ответ на грубость мы ровки и безответны. Слоги мы, слово каждой святой, веревкой общей с господами света. Больше исполняется желание, задолго до дачи приказания. Мы делаем лишь то, что он прикажет, за это знаем, точно не накажет. Мы слуги, без нас никуда. Награда ждет. Скорее, скорее, мы все там и будем. Казница циклопа за такую красавицу. Циклоп, может не дождаться тебе награды заслуженные. Погони за нами. Говорит, догонит и голову отрубит. По звездам я вижу, надо колдовать. Зачем колдовать? Лучше дров наломать. Что, больно? Царевна моя. Царевна, царевна, царевна моя. Царевна, царевна, царевна моя. Ерема, тьфу, есть майн соперник. Майн, я его буду убивать. Что? Ух ты! Ну, я тебе сейчас устрою. Подозрительно. Еремей, стой! Подождать меня! Битве! Прыжок! Еремей, коврат! Эй! Спасибо, что спас нас. Скачем скорее!
придумай, как нам эту красавицу до шаха довести и как самим живыми остаться. Разница, кто тебе голову оторвет, погоня или наш любимый шах, а? Это я сейчас твою голову оторву, будет она, как этот чайник на горбе у верблюда, болтаться. Так, сейчас посмотрим, чайник, а что? Неплохое жилище для джина. Ну, давай. Эй! Делай! Стой! Стоять! Куда? Давай, 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 давай. Вот так. Как красив шах, однако, как красив! Как повезло невесте моей номер 366. Ой! Ну где катаются эти тупые слуги? Как же там? Как же там? Зла. Такую песню сочинил. Ну, давай, Сева, родимый, поднажми. Да, давай, пошла. А назад, швайн! Отделались от рыцаря. Куда? Царевна! А ты тут еще? Кажется, мы падаем. Царевна моя, йо, царевна моя. Музыку наполнив, что же, а? Что-то в этом месте про любовь. Да, где-то типа с кем-то я расстался, но походу пересекся вновь. Для чего все эти песни наши, а? Дальше было что-то про мечты. Царевна, я спешу к тебе, детка, йо. Тупо в моих мыслях только ты. Оставаться в этот ущелье навсегда. Дальше я опять не помню. Дальше что-то снова о любви. Я верну себя тебе, царевна. Нежно посмотрю в глаза твои. Наши чувства станут круче. Возвратимся мы в избу. И вот этот типа шлягер, приколись, я тебе дарю. Так, звездочет нам ждет. Так, теперь нападай. Правей.
Надо костер сложить, шар дымом наполнить. Девочка, какой костер? Из чего? Нас сейчас догонят и самих здесь зажарят. Буду с мамой прощаться. Ой, мамочка! Нервы, нервы совсем плохие. О, великие и несравненные царевны! За нами, за вами гонится такой ужасный рыцарь. И чё? Просто паразит какой он. Вот. И может вы свой талант и пользуете на общее благо. Так. Надо построить такую простую маленькую ловушечку. Капканчик тоже подойдет. Угу. А можно просто в сторону рыцаря увести, а? Пусть мимо себе едет, спокойный. Зачем он здесь нужен такой? Это можно. Сейчас сконструируем из подручных материалов. Дай-ка. Ладно, бери. Боже мой. Ну где же этот дворец? О, вон он! Эх, царевна, царевна! Нет, царевна моя! Кто-то хочет быть миром, чтобы править целым миром. Мне же власть неинтересна, шаха, жизнь скучна и пресна. Я хотел бы стать поэтом. Я всю жизнь мечтал об этом, но нельзя без вдохновения написать стихотворение. Красив и изящен, велик и прекрасен, сон и циподобен, сдержан и скромен. Я луналикий, я шах великий, я... Как же отсюда теперь к царевне выбраться? Что сразу царевна? Ладно уж, отрезай. Умная какая лошадь. Моя. Лошадь, знал бы ты. Тяжелый. Молодец, Серёма. Спасибо тебе. Эй! О, най-най-най-най-най. Ты куда? Вы сидеть там. Я забирать царевин. Ауфигерзе. Подобное. У вас луколикая. Короче, вот. Я добывал вам этот красота. А звездочет
Так мешался все время. Показывай уже, да? Глазом клянусь. Нет, лучше зуб. Запрела. Помещение просторное. А это что за мужчина? Как ты посмел? Чем ты смотрел? Прочь! Сейчас же у вас и обратно этот изъян природы. Не смей! Смею. Не смей им оскорблять отчей великого шаха! Шах! Значит, план такой. Начнем с реформы власти. Матриархат – самая передовая форма правления. А где фонтан? Гороскоп, заходи. Покажи мне черную воду-то. И где будет мой кабинет, мастерская? Туда ходить по лестнике, в шахский гарем. Теперь там и твое место. Что? Ну вот и на месте. Спасибо, ящерка, вывела. Вот это по мне! Ни шагу назад! Вот заварила ты кашу, маслом не исправишь. Ой, прям не знаю. Ой, сложно все как. Яблоко осталось одно. Одно. Если я его съем и превращусь в себя, Аленушку, то Ерема заколдованный так и останется влюбленным в царевну. Спокойно. А если он съест яблоко и расколдуется, тогда он снова полюбит меня. Да ну, глупость какая. Меня-то нет. Я же форменная лошадь. Красавица. Копытная. Опять проблема. Ой. Да пусть он любит свою царевну. А я тогда... Эй! Есть кто живой? Кто-то хочет быть миром, чтобы править целым миром. Ух ты! Вот так лучше. Звук-то какой хороший. Аж дух захватывает. Конечно, слушай. Этот дутар сам Страдивари и Бунгварнери делал, да? Ой, слушай, настроение такое паршивое. Давай сыграй что-нибудь хорошее. Пара любовь. Пара любовь песню знаешь, нет? Про любовь? Будь счастлив, Ерёма! О! Ну? Вспомни! Молодец, да? Про Алёнушку мою! Как же я мог про неё-то позабыть? Действительно, как забыл, да? Алёнушка моя! Кто? Не разрушат злые чары узы крепкие любви.
Помню я твой образ нежный, помню я глаза твои. Но сначала долг перед Родиной исполню. Простите, тут такая крупная девица не проходила? Царевна наша, хорошо бы вернуть. Вы меня понимаете? Understand? А это? Ой, она к тому же еще и царевна. Ой, цвета какие красивые. А вот эту колонну я бы снесла. И большой шкаф сюда бы... Мой царевна, я спасать тебя. Праздник души. Слушай, это увезли вашу царевну. А верблюда моего зачем угоняем, а? Ну, ладно, в принципе, транспорт застрахован. Вот дает. Настырный парень. Ну, и мне пора. Домой. Дутар себе забирай. Дарю. Ну, спасибо. Словно чудо этот песен нас соединил всех вместе. Мелодию рождаем в чувствах. Любовь вот тема для искусства. Штрудель мой яблочный! Ерёма! Ерёма, и ты вернулся! Подожди! Ерёма! Отдавай ты мне, царевин! Пожалуйста, он тебя первым спас. Вот пусть первым и женится. А я могу вам свадебный марш сыграть. Он спас! Да он! Он тебя убить хотел! Ему машина дороже жены. А врагов всех мой Ерёма победил. Пусть он и женится на мне. Эй, обещать дочку тому, кто её привезёт! Ну, дочь это говорит, что Ерёма врагов победит. Ты, царевна, девушка, конечно, интересная, но я Алёнушку люблю. Да ладно. Вашу племяшку. Ой, к ней я прискакал. Вот и песню написал. Хотите, сыграю? Вот дела. Не царевна я! Не я, царевна-то! Ну... В принципе, и 365 жён вполне достаточно. В последний день года книжку почитаю. Ну, милый, план такой. Думаю, перестройку дворца начнем с перепланировки этого зала. Потом ко мне в комнату лифт построим. А во дворе электростанцию. Ветряную. Кстати, черная вода действительно здорово горит. Горит, да. Пойду машину заправлю. Да. От жары, наверное. Надо кондиционеры изобрести. Надо. Я, Алена, только заколдована. Слегка. Алена? У Аленушки-то немного другая внешность. Такая она уж, раскрасавица. Я так и думала. Все дело во внешности. Что-то раньше тебя эта внешность не смущала. Я ради него красотой своей пожертвовала. А он? Если б остались у меня яблочки волшебные. Алёнушка, они у нас растут на любой яблоньке. Вообще-то и груши подойдут. Да? Даже сливы сгодятся. На! Как это? Так значит, не в яблоках дело,
А во мне? Конечно, в тебе. Такие вот у нас все женщины в роду. Волшебницы, чародейки. Все могли такого наворожить, если разозлить, конечно, хорошенько. Лучшая ведьма за свой фокус. А где дочь моя? Где Всеславушка? Не волнуйтесь, царь-батюшка. Ваша доченька теперь восточные сладости осваивает. Их ты! А что, Шах тоже неплохой жених? Раз уж пошли такие откровенные разговоры, Алёнушка, познакомься со своим отцом. Вот он, царь наш, батюшка. Что? Точно! Вот на кого она похожа! Дочка! Я так долго скакала до этого момента. Ерёмушка, прости меня. Алёнушка, а за что? Да есть за что. Заколдовала я тебя, милый. Приворожила к царевне. Случайно. А потом и сама в нее превратилась, потому что ты ее полюбил. Что? Так это ты... Эх ты! Ерема, я же люблю тебя. Наконец мы снова вместе. Нас уже не разлучить. Наконец мы снова вместе. Нас уже не разлучить. Я тебе, моей невесте, хочу песню подарить. С этой песней на край света я готова поскакать. Но зачем скакать? Отныне рядом будем мы шагать. Словно чудо. Зачем же так орать? Шахчик мой, говори в трубку! Можно я вниз пешком, а? Пешком по лестнице сойду. Пешком нельзя! Шахчик, спускайся на лифте и пошевеливайся! Сейчас парашют испытывать будем! Ты так виноват, звездочёт.
Хотел как лучше. Очень неправильно получилось. Мам! Зато мы скоро ближе к звездам станем. У царевны план такой есть. Нас в небо запустить. В мире полном радости и счастья. Навсегда подчинено любви. Все живо. Лишь слышится в ночи. Двум влюбленным нет помех. Ни в тоске, ни в радости, нигде. Все несчастья побеждает снег. Двух влюбленных преданность мечте. Их наполнит ликованием целый мир. Все окрасит цветом дивной красоты. Стук сердец, как орь, осветил. А путь другим к спасению мечты. Пусть же будет на пути своей удачи. Благосклонна и Алёнушке судьба. Где-то ждут. Разлука, чудеса. Все, любовь, разлука, чудеса. Счастливая я, девочки. Эх, нам бы детишек сразу завести. Ты бы их музыке учил, семейный ансамбль собрал. Трио или квартет. А может, с годами и секстет. Да ну, глупость какая.